Сегодня 8 июля 2014 года. Вот, и у нас вчера был очень сильный ветер. Такие ужасные последствия. Прямо перед моим домом. Но это не наш участок, слава богу, это сосед. А напротив нас тоже сломалось 3 дерева. Ужас. Ночью так гудел ветер, я думала, дом снесет. Наверняка у кого-нибудь еще деревья упали и на крышу, и, в общем, городу весело.